Я по-армянски блестяще признаю, только я всю правду. Парэдзэс и I love you. Красноярская биография началась в 1900
61-м году. Вот считайте, сколько. То есть вы мне годитесь. Обычно я с аудиторией студенческой здоровый. Здравствуйте, дети. А с вами я обязан поздороваться. Здравствуйте, внуки, внучки. И даже правнучки, наверное. Вот. А институт мне посчастливилось завершить вот на 1956 году. Раиф Саакиевич вышел на территорию самостоятельности. Страшно подумать, сколько лет прошло, да? Только не живут. А не страшно? Мне посчастливилось закончить Сибирский институт. Он называется НИСИ, Новосибирский инженерно-строительный институт. Учились мы обменно с Санкт-Петербургом, с Ленинградом. Часть студентов туда приезжала к нам, мы учились в Ленинграде. Проходили практику и жили в общежитиях Ленинградского инженерно-строительного института, которые находились в бывших долговых тюрьмах. Купцов за неуплату налога вовремя помещали в эту долговую, так называемую тюрьму. Это замечательные дома исторические. Ну и, конечно же, для архитекторов образование в Питере зрительное, живое давало очень много. Итак, 56-й год. Если вы немножко историю нашего общего отечества знаете, родины, державы, то это послевоенное время. С нами, после Великой Отечественной, с нами в группе учились переростки, взрослые люди. Их принимали без экзаменов, и это нам очень много давало. Но главное, в чем повезло Раиф Саакиевичу, педагогический состав у нас был питерский и московский, потому что все эти люди были в эвакуации. И они нам преподавали и учили нас так, что воюли. 100 потов. Это была очень хорошая школа. Во-вторых, в Новосибирске, кто бывал, знает, кто не бывал, докладываю. Один из в ту пору крупнейших оперных театров мирового уровня. Потому что мне посчастливилось услышать и Козловского, и Лемешева. Эти имена вам, вам ничего не говорят, но исторически это ведущие мирового класса певцы. Но и Зару Залуханову, Егор Гаспарян, которые в ту пору вернулись из зарубежной миграции и были выдающимися совершенно музыкальными представителями уже мировой и армянской культуры. С учебой повезло. Потом по зову сердца Раиф Саакиевич, в силу того, что он оказался без родителей, мой отец Саакис, в третьем поколении близкие армяне. Это тоже очень своеобразная, такая очень интересная часть армянского представительства в разных странах. Как вам известно, мы рассеяны по всему свету. Но вот тбилисцы всю жизнь замечательно жили дружно, великие армяне с коренным населением, потому что пол Тбилиси выстроен армянами, и они великолепно уживались, но спорили, кто первей, кто умней, кто древней. По этому поводу есть замечательная притча, когда грузины в глубоком шурфе на Мамадавид, это отец Давидгора, нашли кусок проволоки, собрали международный консилиум, и говорят, господа, видите, у нас уже был телефон. Армяне выкопали еще глубже, ничего не нашли. Собрали тоже симпозиум, говорят, видите, господа, у нас был беспроволочный телеграф. Вот, так что эти состязания были вот на таком уровне, это было замечательно. Ну, а затем вам уже все известно многим. Биография у меня сложная, девочки и мальчики. Дело в том, что мой отец, профессиональный журналист, прекрасно знавший культуру, историю Армении, замечательный патриот в хорошем смысле. Когда он меня с возмущением говорит, как ты не знаешь, что я Авазян, это армянин, ну и так далее.
в общем, романтик. И понятно, что за год до моего рождения, там, или за полтора, он в поисках романтики в 30-х годах, потому что Олег Сергеевич родился в 32-м, поехал в Сибирь и полюбил русскую женщину, Александру. В результате их любви появился Олег Сергеевич. Вот такова биография. Поэтому, когда начинаются межнациональные розни, я первый борец за единство, согласитесь. Нет ничего глупее, подлее проведения этой черты или сопоставлений, кто умнее, кто лучше. Так что у нас очень много по определению таких. Я горжусь своим историческим отечеством, его высокой культурой. Ну и, конечно же, пытался, не всегда мне доводилось жить на историческом, в историческом отечестве, в Тбилиси немножко, в Армении. Но вот большую зрелую часть жизни, как вы видите, в Сибири. Института я по зову сердца, видимо, наследственное явление романтическое, уехал работать на самый дальний восток, город Комсомольск на Амуре. Вот, где мне посчастливилось быть сразу же востребованным архитектором, проектировать в лесу. Мы рубили первую просеку. И когда вы услышите город Амурск, знайте, что первый генеральный план города Амурска дальневосточного нарисовал Олег Александрович. Мы ходили прямо по этой великолепной дальневосточной тайге. В отличие вот от этой сибирской, она очень богата, палитра растительности там удивительная. Дубы и даже лимонник, очень полезный природный продукт для здоровья. Вот на берегу великой реки Амур, действительно великой, она в районе Амурска, пойма при разливе около 30 километров. Смотрите, что это река. Но она вся состоит из старей заводей. И в плане рисунок ее напоминает рисунки китайского дракона. И даже в китайской культуре и истории есть гипотеза, что Амур имел обратное течение. Что такое удивительное. Ну вот мне посчастливилось там поработать, поучиться, встать на ноги. И в городе Красноярске живет, дай Бог ему здоровья, мой ровесник и одногруппник, архитектор, заслуженный архитектор России Эдуард Михайлович Панов, с которым мы 6 лет, как говорится, подрубили в институте, дружили. Он мне писал, что у них начинается строительный год в Красноярске. Ну и вот мне посчастливилось угодить в этот строительный бум, дорогие мои. Архитектура, в отличие от прочих искусств, хотя это тоже искусство, и вы, наверное, знаете, читающие знаменитую триаду римского инженера и архитектора Витрувия, который определил тремя словами принципы архитектуры. Польза, прочность, красота. Ну согласитесь, что бесполезных зданий и городов не строят. Прочность не обсуждается, но если нет красоты, это не архитектура, это просто строительство. Вот. Олег Саркисович дает еще свое определение архитектуре, еще более короткое, я состязаюсь в итоге, что архитектура, есть искусство организации, без комментариев. Нужно организовать разные материалы, но прежде всего организовать место на планете, на Земле, правда? Своему созданию. И как сказал один из гениальных архитекторов стилей 20 века, Столпов, пишущий, вы это имя, наверное, слышали, это француз, Ле Корбюзье. Он сказал, что то, что ты построишь, этому созданию твоему, природа должна обрадоваться.
причем любая природа, естественная, искусственная и так далее. Итак, после того, как мне посчастливилось прибыть в Красноярск, уже почти с супругой, что она приехала в Светлый Марк, и тут же народила мне Кэмми. Вот. А Горины родила мне внука, который сейчас на голову или на полторы выше мамы. Она выглядит так, что ее спрашивают, ты почему такого молодого подцепил? Когда это такой сын? Вот. Это моя проблема и радость. Я его рисовал в Белграде, то, что называется сейчас Европой.
посчастливилось работать в Югославу и строили в Югославу. А это библиотека в Овсянке, тоже очень дорогой объект, который мне посчастливилось. Я даже поэму написал. Прочитать вам поэму. Но я категорически не называю это стихами, обоснованно, как вы поймете. Будучи преподавателем в художественном институте, во время ректорства такого интересного человека и художника Петрова Камчатского, я тоже читал какие-то свои эссе, и он сказал: ребята, это не стихи, это слова и мысли. Комплимент вышел у вас. Слова и мысли. Так вот, про Овсянку. Это касается и выражения отношения к тому, где мы с вами живем. Старик устал, болит душа, и сердце просит валерьянки. Но так природа хороша у Красноярской Овсянки, когда от роя ручья зовется горная дорога, и ты поймешь, земля ничья, и красота ее от Бога, и только трепетной рукой твоя подобие природы не повреди ее покой, не оскверни леса и воды, не укради, не обмани, не сократи дорогу счастья, простись, прости, покайся, помяни, трудись с надеждой и страстью. Смешны повторы старика, слова пусты, призывы щепки, а Енисей течет века бесчувственный и без ответа. Это понравилось даже и только. Жизнь состоит из тьмы и света, но света чуть, запомни это. Наш мир был создан по уму, он погружен в большую тьму, и солнце, звезды, и луна, и даже искорка одна, все равноправны в море тьму. И мы с тобой, и мы. А? Не слышал? Вот так, ребята. Так, сейчас, чтобы вам было интересно не только на экране смотреть, замечательно. Кто делал фильм? Фотограф. Ну это же не фильм, это просто слайд-шоу. Передайте. Вот это Олег Саркисович 100 лет назад на исторической родине, в отечестве. Узнаете, где? Ну, это Эчмиотин, да? Эчмиотин, конечно. Нет, это не надо. Итак, оперный театр, концертный зал, музей, реконструкция театра Мускомедии, две площади театральные. Конечно, правый берег, кстати, представлял собой только один каменный квартал на момент моего приезда. Текла река в трубу и течет почти под цирком существующим. Не было оснований, когда появился первый стадион, проектировал его замечательный архитектор, мой коллега, конкурент, которому я, оцените доброжелательность, в принципе, даже конкурент. Мы написали «Глобра». И такое, благодари судьбу, что жил не зря, что шел по воле главного судьи, что будет вечно золотить заря. Прекрасный адрес каменной войны. Стадион поставлен очень достойное сооружение мирового класса. Ну вот я вам перечислил крупные общественные здания все, а еще два слова о создании концерта, потому что мне позвонил первый секретарь прикома и говорит: второй секретарь, утром скажи мне, сколько будет стоить концертный зал. Мотивов, ни аналогов, нифига нет. Ну я ему, значит, по кубатуре примерно, в ту пору кубометр общественного дома, большой девятиэтажный, стоил 1 000 000 рублей. Так оценен был рубль.
Ну хорошо, говорит, молодец, 14, так 14, делай смету на 3 миллиона и едем утвердать. Вот только такую смету мы смогли утвердить, поэтому это я на слуги власти. Причем был запрет, когда строился стадион, было постановление о запрете строительства спортивных сооружений. И все. Она возникали вот такого объекта масштаба. Объект, я не люблю это слово, творение. Так вот, концертный зал для шпиля. Мы дружили, я ему показывал процесс. Мой зал вылил на сцену, говорит, ты что сделал? Мне же не поместится здесь. Теперь, шахтистскую уже пролистнули. Так вот, мне пришлось в процессе, это я вам не просто о творческих муках, которые, конечно же, это десятки вариантов, макетов и так далее. Надо удлинять построенный уже зал на 6 метров. Ведущий штаб, а штабы все были обязательно оперативные. И вел их не самый первый секретарь, а секретарь горкома Владимир Купрович Капель, который дружественный человек, тоже я остановил на лет 10 под знаком ремонт мускомедии. Мы сделали по существу реконструкцию гигантскую, пристройку этого мускомедии. Это имя он тоже известно. Это ансамбль танца. Поэтому я откровенно перед вами норм. По акустическим нормам зал должен быть. Понятно? Но зал предназначался газетным танцам, ансамбль. Мы должны видеть улыбки танцующих, да? Поэтому я его расплющил, ушилил вот эти вот кресел. И когда все придут около 2000, да не может быть 500 мест всего, потому что зал короткий, сделан специально для зрелища. Ну, там универсально, конечно, все виды искусства, и театральные даже. Мало того, он тут лучше, по-моему, наши дети. Для этого делались кулисы. Трансформирующиеся листы, такие гигантские, как самолетные крылья, без кулис вертикальных и три кулис горизонтальных. Их вычеркнули из ну, а зал все равно работал, служил многие годы. Конечно, дважды он приезжал к нам по пути в Японию, обратно понравился зал. Акустика понравилась, все. Сейчас зал пережил реконструкцию. Вы первозданный не увидите. Для меня это огромная драма. И если б не вы, потому что уничтожены некие создания, которые были сделаны рукодельно, только красноярцами, только у нас. Например, люстра малого зала. Кто-нибудь был в малом зале до реконструкции? Вряд ли. Да, были. Были? Ну вот эта люстра, сделанная из тампаковой сетки, она работала еще как диффузор, то есть дробитель двух раз для акустики. Но сейчас люстра безумно дорогая, но семейная. А вот гляньте на этот рисунок. Значит, здесь вы видите витраж, открытый, лестницы. А после реконструкции сейчас сюда высунулся такой гигантский зал. С моего ведома. К сожалению, мне в Москве, а все проекты утверждались в Москве, все в мини, там, на ковре таком вот. Все, что было выше миллиона. Так вот, не дали сделать нормального размера фойе. Люди в зале, я говорю, у меня сидит 2000 человек плотно, в кресло, попа в форме. А в фойе они что делают? Они все-таки движутся, ходят, себя показали и других посмотреть. То есть фойе должно быть минимум вдвое больше зала, ну в полтора хотя бы. Поэтому я там наделал балконов. Помните, разные уровни для балкона своего фойе, потом еще один уровень. Но сейчас вот выход на площадь, кстати, затесняющая площадь. Ну там шикарный зал получился. А вам не ту картинку дали, сейчас я вам дам. Ну все. Эскизный проект передавайте. Это архитектурное освещение ночное. Католикосова с Гена Первого, а подарил наш московский католикос. Помните?
Вот это вы не знаете, я не из удачи ректора Кисыча, а особых удач, потому что это реконструкция, ребят. Это реконструкция или реставрация. Вот дом был вот такой исторический. Архитектор, который строил этот дом, на меня бы не обиделся, потому что вот я надстроил целых 3 этажа. Но, по-моему, не угнетенный нижний фасад. Грустью должен сказать, что многие работы уже искажены и уничтожены. Например, ресторан «Красноярск». Это было замечательное место собраний большого коллектива для большого банкета на 500 мест. Сейчас его переделали в массу маленьких зальчиков, ночных клубов. Но это... Сейчас... Вот один из главных объектов Рекса Кисыча. Мемориал на 41-м километре Волоколамского шоссе в честь павших при защите Москвы великов. Вот здесь по существу организовано пространство. Я не верил, что такую площадь замостили. Решил, с ума сошел, около транзитной магистрали, не в центре города, нигде вдруг такую гигантскую площадь. Но когда ты оказываешься на этой площади, душу пронимает понимание того, что это событие было в этой мини-серии. И я благодарен заказчику, что он его осуществил. Вот здесь он практически в окружении студентов на фоне часовой башни и с Иваном Сергеевичем Ярыгиным. Мне посчастливилось по его заказу проектировать церковь в Саянах. Кто будет в Саянах, родное село Ивана Ярыгина, нашего знаменитого, Сизарь, село Сизарь. Вот там на горе. А вот это я по Странствовать у меня не было времени, но командировки были. Мне посчастливилось побывать вот около этих 6 колонн. Знаете, что это такое? Это знаменитая долина Дика, Иван. Это остатки знаменитого храма Юпитера, который строил язычник Нерон. Кто знает историю немножечко? А после Нерона кто был? Христианин Константин. И он разрушал этот храм. Разрушить не мог, разрушил его, к сожалению, землетрясение. Представляете, высота этих колонн, пятиэтажный дом. А вот Рекс Сергеевич там проходит. И оцените самокритичность Рекс Сергеевича, когда я увидел вот все это, а сделано это в 1 веке, дорогие мои, 1000 лет назад. И никаких кранов, по-моему, не было, никто назвал. Написал он следующее, Игорек Рекс Сергеевич, передайте, пожалуйста. А 6 колонн стоят. Кого-то на потеху, кого-то осенят печалью неземной, а 6 колонн стоят и давятся от смеха. Конечно, надо мной. Конечно, надо мной. Оценили самокритичность? Местный мораторий на застройку 300 сантиметров.
Как вы к этому относитесь? Да. Сейчас я вам отвечу по фотографии. К сожалению, человек, имеющий, очень близко. Вот мне на самом деле тут интересен был этот конкурс, да, и, где-то там в закулках своей, не знаю, может быть, своего мозга, я хотел действительно поучаствовать в этом конкурсе, но проблема была такая, то есть я не так тесно связан с архитектурой, да, то есть, у меня, честно говоря, брат вот как раз учится на специальность, но я сам с этим мало отношения имею. Вопрос в чем? Как вот вы понимаете, что такое музыка в архитектуре и как архитектура может быть в музыке? Вот такой вопрос. Вы так продолжительно не представились. А, да. Сам задел, да. Вагашак Сагамунян, торговый экономический институт. Вопрос. Отвечаю. Методика построения архитектурного сооружения абсолютно сродни построению музыкального произведения. Все те же законы, ритм, метр, контрапункты, пиано, форте, все абсолютно в архитектуре отражается. Но в какой? Значит, застывшей музыкой называют архитектуру готики. Готические соборы. Мне довелось посмотреть Кёльнский собор. Это действительно музыка. Там все есть почти адекватные отражения музыкальной терминологии. И ты воспринимаешь это как звучание. Ну, правда, для справки, готические соборы, самый быстро построенный, был построен за 300 лет. Самый быстро построенный. То есть это было создание великих мастеров прошлого. И по выражению Виктора Гюго, это был
международный язык архитектуры. Чем понятнее? Архитектура еще мало того, что она музыка в высшем выражении, она еще и язык, общий понятный язык. Летопись человечества, в которой отражается все, достоинство, ум, глупость, преступник, все в архитектуре. Ответил? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Современно. Красно, желто, белые балконы. Что это? Это эклектика. Какая музыка? Это рэп? Это даже не рэп. Это, во-первых, не музыка. Это антимузыка. Это... Вопросы? Серьезные задавайте. Меня зовут Давид Абаджан. Я бы хотел вот вопрос задать, касающийся вашей биографии. Вы нам зачитали слова об Овсянке и сказали, что эти стихи, так сказать, понравились Виктору Петровичу Астафьеву. И вот меня интересует, как вы с ним общались, как вы с ним познакомились? Общались ли вы вообще? Общался довольно близко. В процессе проектирования библиотеки в Овсянке. Он человек очень остроумный, очень интересно выражающий свою мысль с большим употреблением непечатного лексикона русского. Нового времени. И говорит, что же какой-то армянин тут проектирует, он тоже мне нашелся. Благодарно он ко мне относился, я к нему. Он бывал в моей мастерской, и мне кажется, я угодил ему тем, что сделано в Овсянке, еще ему же посвящена часовня по его инициативе на кладбище, где захоронена его супруга, он немножко дальше. Но это не было дружбой, как многие преувеличивают. И он одобрил не только это, я вам продолжение не прочитал. Продолжение, то, что я вам прочитал, называется «Путь из Красноярска в Овсянку». А еще связка для этой же мысли – «Путь из Овсянки в Красноярск». Слева березы, справа березы. Белая радость, черная слеза. Быстро дорога картинку меняет. Зелень сосновая их заслоняет. Вьется дорога, петляет дорога. Белого мало, серого много. Как же я буду без этой дороги? Этот пейзаж, то крутой, то пологий, стал моей краткою... сладостной мукой. Вряд ли я справлюсь с этой разлукой, с новой разлукой. Вряд ли на город сменяю Овсянку. К вам, сторожа, покупайте берданку. Вопросы? Аркадьевич, как у вас получается с самого начала? То есть вы видите, вам говорят, нужно сделать что-то. У вас это в голове раз? Появляется. Или наоборот, он начинает клячить на бумаге, и потом уже обрастает. Как? Механизм сам. Отвечаю. Я работаю по трем принципам. Это очень сложно. Для дружественных слушателей, я вас считаю дружественными слушателями, да? Угу. Имею право? Да. Я отвечаю и раскрываю секреты всех трех принципов творчества. Первый принцип – это принцип мудреца. Когда ты должен знать, что каждое движение, каждое появление в природе, в моей реке кто-нибудь топнул ногой, а у нас немножко вылупилось планета. Вот. Он очень сложен, путь мудреца. Надо много посмотреть, почитать, помер, поесть и так далее. Это называется принцип зависимости. Согласен? Да. Принцип зависимости. Запомните, первый принцип. Надо много знать, очень много. Смотреть, видеть, читать.
Второй принцип – принцип дополнительности. Это полегче. Ты изучаешь обстановку, в которой появляется твое творение, и подражаешь этой обстановке. Второй принцип называется принцип хитреца. Подсмотрел то, все и сделал. Годится? И третий принцип называется принцип дурака. Кстати, по этому принципу на Земле рождались самые гениальные творения. В переводе на язык он звучит так. А я не знал, что так нельзя, и сделал. Ну, и получилось. Кстати, великие открытия в математике даже есть такие, в науке. Вот. Поэтому, когда ты владеешь всеми тремя принципами, можно что-то делать интересное. Ответил? Да, спасибо. Андрей Москутов, Москва-правда, не старался, извините. Спасибо. Кстати, изучение странствий. Посмотрите, мне посчастливилось побывать в Европе, в Германии, в Югославии много. И, несмотря на ювелирную архитектуру, музыку в камне, соборов гигантских, потрясли меня не соборы, а вот смотрите, отношение к земле. Километры обработанной земли выглядят по линеечке, полный сумасшедший, германские обработанные поля. Понятно, как к земле надо относиться? Что посеяно там было, не знаю. И там выращивают что-то полезное, но мало того, что они его вот так вот любовно ухаживают, они еще и от дождя, и от снега, и от чего-то там накрывают чуть ли не все поле. Вы знаете, я был однажды у корейцев на Бахчах, они же самое делают там на рынке, вот грязь, все это вот, не пускают воду, там не знаю. Ну это на километр, слушай, это обалдеть. Там то же самое. Еще вопрос. Ануша Гаманян. С такими большими темпами меняется город, да, и как бы невозможно это не заметить. Вот вы сегодня преподаете в ВУЗе, да, и общаетесь со студентами. Меняется город, меняются ли люди? Вот если сравнить, каковы люди вашего времени, какие сегодняшняя молодежь, что вы можете по этому поводу сказать? Замечательный вопрос, ну, спасибо. Громко отвечаю, даже студентам такого не сочинил. Значит, умница, город такой же живой организм, как человек. Ответил на вопрос? Значит, он меняется, он взрослеет, стареет, но в отличие от человека, в нем находятся зоны вечные, зоны роста, ну, как наследники наши, как дети, внуки, правнуки и так далее. Другое дело, как эти процессы происходят во времени, поэтому есть еще одно определение архитектуры, феномен исторический. Кремль перестраивался 5 раз. То, что мы видим с вами сегодня, это одна из редакций. Ну и на ваших глазах посмотрите, что творится. Поэтому это живой процесс, меняющийся и, к сожалению, не всегда меняющийся в лучшую сторону. Не всегда в лучшую. Ответил? Красноярский? Ответьте сейчас. Но я вам все-таки покажу, правда, снято рыбьим глазом. Но то, что я... По существу это армянское искусство. Не знаю, откуда мне это довелось, но... Или вот. А дальше на снимках это мой внук и дочь коренная. Отвечаю. Очень хороший вопрос, Андрей. Замечательный. Все послушайте. Значит, такую информацию в 0 минут, за 5, за 3 вам никто не даст. Это Рексаркевич без хвастовства. Низкий поклон первопроходцам, которые выбрали совершенно уникальное место в природе. Потому что мы все-таки входим в живую природу. Уникальное в том смысле, что Красноярск, в отличие от всех приречных городов, расположен симметрично на двух берегах. И диаметр Красноярска при наполнении в 3 миллиона даже, у нас сейчас до миллиона, может составлять диаметр всего 27 километров. Диаметр. Около 30. Приречный город Хабаров, имеющий население меньше нашего, растянут на 300 километров вдоль моря.
потому что он однобережный. Сибирский Волгоград, это сам пример. Да, как волжские агломерации, которые растянуты на десятки и сотни километров. Поэтому мы оптимально. Поэтому Красноярск, вы смотрите сверху на город, птичьего полета, как мы называем, и читаете его. Значит, историческая часть, стрелка до вокзала, вот этот кусочек, ему там 300-400 лет, он всего лишь был городом Красноярска. Дальше, как развивается Красноярск? Правобережье, это что такое, дорогие мои? Это транссибирская магистраль. Или подземными переходами. И как возник правобережный город? Кому мы обязаны? Войне. Войне. Там с колес строились заводы. Переносили прямо. Переносились за сколько-то месяцев, это считается подвигом Сталина, он перевел 2500 заводов из европейской зоны в Сибирь и Дальний Восток. Поэтому наш город построен неправильно по своему определению правобережья. Заводы промышленные расположены не только вдоль Транссибирской, но и по берегу. У нас же нет набережной правобережья, согласитесь. Практически нет, она забита доком, дозом, этим самым судостроительным, судоремонтным и так далее, и так далее. Это все надо все надо очеловечивать, да. Но в своей гипсометрии, в основе своей, Красноярск идеальный город. Идеальный, потому что он в центре. Вы знаете, какие мы самые богатые? Богаче чего? Воды, дорогие мои. Нигде нет такой воды еще, как у нас сохранилось. И по ее питьевым качествам и так далее. Хотя купаться купаются только моржи. Моржи купаются идеально. Вот, поэтому, значит, нас ждет реконструкция очень большая правобережья, очеловечение его. А на левом берегу у нас драма, конечно же, Краза-Крамза. Это выбросы, это экология и так далее, и так далее. Вот это во главе всего. Поэтому вспоминаем Витровье. Первое – польза. Пользу мы требуем должны, удобство жизни от архитектуры, ибо она среда обитания, живая среда обитания. Ответил? Нет. Дальше. Какой микрорайон все-таки самый, по-вашему, идеальный? Идеальный? Несколько домов, академгородка. Вот Покровский начинается, мы коснулись исторического, да, вот? Не представляю. Покровский, по-вашему, как? А правда, дерьмом пахнет постоянно, но тем не менее. Я ответил, самый лучший микрорайончик Красноярска – академгородок. Угу. Зоно-медицинский университет. Вот скажите, пожалуйста, у каждого человека в жизни есть какие-то переживания, разочарования, неудачи, конечно, были. Вот, спасибо. Просится одно из эссеров, Сергеевича, но поскольку я вынужден прочитать, это из лектория, который я назвал «Как быть любимым», понятно? Я вам по секрету, только благодаря родственным взаимоотношениям. Отвечаю, это наиболее точное отображение моего существа, пожалуй, на протяжении всей биографии. Иду по гребню, либо-либо, пытаюсь гору одолеть. Стараюсь всем сказать спасибо, но понимаю, не успею. Ползу, карабкаюсь, цепляюсь, порой в слезах, порой в крови. Одним лекарством исцеляюсь, волшебной силою любви. Любовь не секс, не утоление. Поменьше дать, побольше взять. Любовь служение и терпение. Дай Бог вам это испытать. Дай Бог. Можно вопрос? Абаджан Маркелян, Олег Сергеевич, вы процитировали, что архитектура как искусство – это полезность, прочность и красота. И вот, как вы знаете, у метрополия начали возобновили строительство высотного здания и полностью его обшивают стеклом. Вы в этом объекте, проекте, извините, видите красоту или это начало подражания американским бизнес-центрам? Я вижу для этого огромную личную драму, потому что метрополь и всю стрелку в основе своей проектировал Рыцарь Фисович, кроме самого метрополя, а стрелку, то есть коттедж здания,
оно сейчас же остекленяется, вы о нем. Да, да. Это чудовищная потеря для силуэта города, потому что тот котек недостроенный имел свой лик. Это же будет здание совершенно нейтральное. Таких будет много в городе возникнет, стеклянных. Они чуждые по природе нашей. Ну, грубо говоря, в наших зданиях должно быть мяса больше, меньше стекла. Мы живем при амплитуде температурной плюс 50, минус 50, согласны? В пик солнечный и в пик морозный. Ни один материал, ну, короче говоря, пользован под большой вопрос. И образ исчез, лик исчез. Для меня это драма. А Сити начинается хуже. Вот на моем же проекте вы видели по периферии Стрелки несколько высотных домов. Это я назвал проектом тоже на волне гипертрофированного, урбанизированного города. Все страны к нам. То есть все материки, они оказываются все женского рода. Австралия, Америка, Африка, то есть все дамы. Это интересная тема, можно разыграть. Это неизбежно, это произойдет. Ряд уже моих коллег, молодых, многие ученики, я ими горжусь, они рисуют там высотные дома, прямо перед концертным залом, в загороде Татышев. Вот вы мне помогли еще одну фразу сказать в пользу Красноярска. Мы богачи легкими дыхательным органом. В центре города находится 8-километровый остров Татышев, который надо беречь как легкие и превратить в парк роскошный. Конец цитаты. Спасибо. И это ваше любимое творение? Да, потому что, видите, судьба сложилась так, что я лишен был исторического отечества. Я считал эту работу свою неким выполнением сыновнего долга. Олег Саркисович, мой вопрос немного близок к вопросу Гора. Вот вы нам подарили много мест, которые мы полюбили. Расскажите, какое место ваше любимое? То есть я не говорю об отдельном каком-то здании, вообще в мире. Вы много путешествовали, вот по фотографиям, по рассказам, ясно. Вот какое место вы больше всего любите? Может, город какой-то? Коротко отвечу. Где я умею? Павлович. Коротко. Вот, надо пояснить, незнакомо. Павлович — пригород Петербурга. И вы знаете, вот он каким-то волшебным. Все-таки, во-первых, я все-таки длиннее ответ. Я верю в новую сферу. Знаете, что такое новая сфера? Не новая, а ум, сфера ума. Сфера ума, оболочка. Мы все с вами туда транслируем, и нам транслируется. Это неизбежно. И вот настолько она намолена, напоена, что ли, творчеством всех там лицеистов, я не знаю кого, проникаешь. Хотя климат там мизичный, по сравнению вот даже с сибирским. Приморский климат, промозглый, питерский, он нездоровый. А в городе, назвать любимое место в городе? Обычно я умно отвечаю, что я не могу быть, не любить ни одно место по профессии. Как врач не может выбирать любимого больного, нелюбимого. Профессия такая. Но любимое место мое — узенький коридор, походите по нему летом, зимой, конечно, между мостом и краеведческим музеем, вот это вот аллеечка. Да, до того хорошо всегда, да. И Валентине Ярошевской, с которой мне довелось работать, сами три зала в краеведческом музее, работая Рассерхищи, критикуете зал иконы Преображения на втором этаже, зал храмового зодчества и зал Чернихова, это нашего великого директора Исурикова. Материалов, да. И молодежи, ну, студенчества, в дальнейшем
придется делать выбор, выбирать лучше, худшее, разбираться в этом. Но я полагаю, в ваше время не было такой проблемы. Я не знаю, проблема ли это или же наоборот, перспективы качественной работы для дальнейших поколений. Вот как вы думаете? К сожалению, мне не думать, а приходится выбирать. Для меня это самое мучительное. Дело в том, что я полушутя сразу говорю, что в мою пору творчества были три материала. ДВП, ДСП и ПВА. Там было легко работать. А сейчас ума можно сойти. Много очень симулятивных, провокационных, рекламных материалов. Вы этого должны бояться. То, что я вам отвечу как руководство к действию, конечно, самым здоровым, самым эстетически полноценным, прямо на подходе, является дерево для живущих. Если будете строить себе особняк, стройте из дерева. Деревянный срок. Это самое дорогое. Затем нужно обязательно помнить о климате. Я вот этот вопрос, я дам вам ответ на материал и самый краткий. Студентам я сразу задаю вопрос, ответьте мне, каким должен быть дом в Сибири, одним словом. И освобождаю от занятий. Каким? 5 баллов освобождаю от посещения лекции. А на юге? Вот и все, понимаете, в этом вся глубина. В связи с этим материалом, сейчас у вас огромная палитра, мне мои коллеги французские показывали в пору нашего дефицита, он полки книжные показал, выбили этот материал, кому легче работать. Так что вопрос выбора сейчас очень... Вопросы? Игнас Казарян. Вот хочу задать вопрос, точнее интересуюсь. Вот я подозревал, что архитектура это дорогостоящее, да, удовольствие. И мне очень интересно, а есть какие-нибудь проекты, грандиозные проекты, которые скрывать от нас, которые так и не были реализованы из-за каких-то финансовых проблем? Есть. Спасибо, дорогой, за вопрос. Это почти финальный ответ. Значит, Олег Саркисович, объясняю студентам. Говорит, что есть три доминантные приема чтения. Мы выстроили 20-этажные дома, а все равно она над городом, доминантом, верно поставленная. И Рев Саркисович прямо над качей, с нижнего уровня, ступенчатый расплюнут, так называемый музей мировой культуры. Представляете, единственный холм. Это я нарисовал и показал ряду лиц, в том числе. Такой вот проект у меня в мечтах именно мировой культуры. Протест всему происходящему, потому что сейчас, дорогие мои, я обязан это вам сказать по-отечески, идет агрессивная, если угодно, да нет, не буду искать слов, разрушение, демонтаж этических норм, не спорьте, агитируется на все остальное. Чтобы устоять, чтобы найти ту часть разумного человечества, которая помнит, что без истоков, без корней не бывает плода, а бывают пришельцы. Все прошлое не интересует, мы пришли, пользуемся благами жизни, а что там было, кто нам готовил все это. Вот сейчас именно такое отношение во многих пластах. Ну, конечно, это не дружественное отношение к нам, хорошо оплаченное, начиная с телевидения. Поэтому я считаю это важным сооружением, мечтой жизни его завершить как проект, не более. Ну, если Бог даст начало строительства, не думаю. На это деньги не идут. Кстати, что главное сейчас на повестке дня у нас? Последний вам дарю афоризм, тоже мудрейшего архитектора Кендзо Танги. Что есть основа города? Кто ответит, 5 баллов освобождаю от дальнейших занятий. Ну, хорошо, что есть основа человека? Корни. Да, история. Корни, да, это в процессе происхождения, это в эволюции. А вот сейчас, что в основе? Биологическая основа, не интеллектуальная.
Ну, упрощу вопрос, не так просто. И мне бы тоже так задали. Я бы хотел ответить. Дорогие мои, основой города, жизнеобеспечением является коммуникации. Кровеносная система, получается. Согласитесь, кровеносная система. Да, вы свободны. Кровеносная. И вот эту кровеносную, кстати говоря, неиспользование подземного пространства, которое давно пора использовать, это один из наших главных грехов. Золотой. Красноярск пережил золотую лихорадку. Кто-то об этом читал, наверное. И на берег-то возили его, знаете как? Под землей. И вот когда вы будете ходить по миру напротив гостиницы Еничей, понятно? Так что подземное пространство всегда использовалось в разных целях, в том числе и коммуникационных прежде всего. Ремесел и искусств нарушено. Сейчас обезличенный учитель, а смысл учителя архитектуры всегда за ним стоит ученик. Учитель, согласитесь, персонифицирован. Могу ни одного, но обстоятельства, ведь как ученичество начинает. Горит Енисейская даль, где горит красота, как похмелье, снизойдет на вас как бы печаль, как бы радость и как бы веселье. Как бы вместе мы песню споем про улыбку, глаза как бы синие. И про то, что мы как бы живем, пока еще как бы в России. Задумайтесь. И финальное, это для женщин, потому что я в разных постасях преклоняюсь перед двух человеком, основой возрождения. Поэтому у меня как бы такое. Стеклом блестит портрет. Позвольте вас на вас. Поверьте, я не старый. Мне много как бы лет. На этой ноге мы завершаем. И хотелось бы от нас такой маленький презент пригласить. Мы не знали единственное, что вам такое можно подарить, чтобы вас это тронуло, потому что вы такой тонкий человек, все-таки